Francisco, high on a hill, it calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill. Сан-Франциско построен на холмах. Вот сколько этих холмов? По разным источникам где-то от 42 до 53. Но вслед за многими другими городами здесь любят выделять 7. Ну, конечно, вслед за Древним Римом, менее древней Москвой, а еще называют Прагу, Вильнюс, Лиссабон, Саранск, Смоленск, Чердынь и много-много других претендующих. Из изначальных 7 холмов наиболее известны Телеграф Хилл, Ноб Хилл, Рашен Хилл, Русский холм и, пожалуй, Маунт Сатра. Когда в эти места пришли европейцы, то у подножия холмов были многочисленные болота, которые со временем осушили. Более того, при строительстве мостов часть территории нынешнего Сан-Франциско добавили. А Сан-Франциский аэропорт, его третья полоса, целиком находится на намывной территории. Ездить по Сан-Франциско приятно. Ничего не скажешь. Красивый город. В 21 веке на машине очень даже хорошо. Если только нет пробок. Тем не менее, в 19 веке ходить по таким холмам было тяжко. И людям, и лошадям. Идея в конечном счете созрела. Появился канатный трамвайчик. Идея предельно простая. Трос всегда движется. У трамвайчика есть прижимной механизм, похожий вот на эти пассатижи. Когда пассатижи прижимаются, то они двигаются до того момента, пока я их не отжал. Вот посмотрите, металлическое углубление между рельсами. Там как раз и тянется канат. К нему цепляется трамвайчик тогда, когда ему надо идти вверх, а тогда, когда он скатывается вниз, он это делает в силу собственной тяжести, по инерции, и если надо, тормозит.
Ну как вам нравится, у нас, в Штатах, людям разрешено висеть на подножках? Ну просто здорово. Когда появился в начале 20 века электрический трамвай, канатный трамвайчик на Сан-Франциских холмах с ними успешно конкурировал. Куда уж там. Однако вид обычных сан-франциских трамваев меня, прямо скажем, порадовал. Не успели дойти до Рыбацкого причала, и вот, пожалуйста. Трамвай мне здорово напомнил мои молодые годы, где-то 70-е годы 20-го столетия. Сан-Франциско поддерживают в порядке старенькие вагончики. Посмотришь на них, и станет легко и приятно. Почему-то сразу вспомнились мне два любимых и очень трамвайных города. Один из них – Милан. Трамвай – один из символов города Милан. Но есть город, который я вижу во сне. О, если бы вы знали, как дорог у Черного моря, открывшийся мне в цветущих акациях город. Приехав первый раз в Одессу в 1960 году, я потом там бывал почти каждое лето. И застал еще вот этот детский трамвайчик в парке Шевченко. А какой шикарный трамвай без окон и стен ходил на большой фонтан. Помню я и этот трамвайчик завода имени Смирнова. Помню и этот рижского вагонзавода. Сравните с трамваем Сан-Франциско. Или у меня в глазах рябит. Стоял в Сан-Франциско, смотрел на трамвай и долго не мог насмотреться. Трамваев Одесса, не Одесса. Эй, кондуктриса, доедем до Рыбного порта? Не, только до Люсдорфа. Так мне ж на 39-й причал. Да це ж в Сан-Франциско. И правда в Сан-Франциско. Да чего же в Одессе продвинутые кондуктрисы? На Русский холм мы поднимались пешком по Ломбард-стрит. Улица Ломбард. Самая крутая улица в Сан-Франциско. Ломбард-стрит проходит через весь город с севера на юг, примерно от моста Golden Gate, Золотые ворота, через Русский холм, поднимаясь на самую верхушку и оттуда делая свои замечательные зигзаги. После этого продолжает свой путь на юг и заканчивается примерно у Бэй-Бридж. Всегда спрашивают, откуда произошло название Ломбард. Источники указывают, что Ломбард-стрит в Сан-Франциско названа в честь Ломбард-стрит в Филадельфии. Тогда вопрос, а откуда Ломбард-стрит взялась в Филадельфии? Она взялась от ломбардов. Так в Англии называли выходцев из провинции Ломбардия в Италии, с центром город Милан.
Когда-то германское племя захватило эту римскую территорию. Германцы отличались тем, что носили бороды, поэтому их так и назвали бард, от слова борода. В дальнейшем они полностью смешались с местным населением. Дети получались красивые и умные. Ломбардийцы преуспели в ремеслах, в искусстве, в делах. Их приглашали в разные страны для помощи ведения бизнеса. Именно им принадлежит идея выплачивать деньги в долг под залог движимого имущества. Отсюда пошло слово «ломбард». И вот мы на вершине холма, начинаем знаменитый спуск. Так, вот машина вниз спускается крайне осторожно, вот с той скоростью примерно, с которой я иду. Окей. Так, дадим ей возможность спуститься по этому дикому серпантину. Красивому, впрочем. Так, вот, Ленка. Привезли, что ли? Как могут, так и спускаются. Hello. И фото напоследок, знаменитый участок Ломбард-стрит. Считается самый крутой в мире автомобильный спуск. Осталось прояснить только один вопрос. А почему, собственно, холм называется русским? Справочники указывают, что на территории холма были найдены захоронения, явно принадлежащие русским. Захоронения перенесли, на этом месте сейчас маленький парк. Я попытался копнуть поглубже. Тут вскрылись такие пласты о нашей с вами общей истории и культуре. Наши – это мы с вами, говорящие по-русски, по обе стороны океана. Истории и культуре, которые нас объединяют и которые нас разделяют. И символ этому – русский холм. Обо всем этом в следующем выпуске. Ну а пока прощаемся, до следующих встреч. Sun will shine for